Ребятушки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Свиндел с дополнением... Чуть не сказал, легенда о ране, охренеть. Дополнение Heart of Winter, и мы по-прежнему ползаем по в поисках прорицательницы, да? В прошлой серии мы зачистили вот половину вот этой локации, она, в принципе, ничем не отличается от предыдущей, да? То есть там только кузнец был, но, по сути, этот обычный лабиринт с мобами, вот. И нам надо, видимо, просто-напросто до конца пройти, поэтому давайте вот так, по старой доброй нашей традиции. А вот так вот исчезнем и посмотрим, что нас там ждет дальше. Вот здесь очень узкий переход. Вот, я думаю, что... наверное, вот так вот остановимся пока. Так. Ну, блин, не такой... не такой узкий. Ну, ладно. Да, вот тут целая толпа их. Сейчас опять будет. Так, у нас можно наверх и куда-то вправо. Давай, наверное, вправо зайдем сначала. Черт, наверх больно куда-то... Хотя, наверное, они соединяются, черт их знает. Довольно легко их огнем убивать, поэтому небольшая проблема. Ух, что это... О, пошло, пошло. Что там это падло-то? Будет искать, нет ловушки. Мне это совсем не сложно. О, хорош. Блин, нам нельзя. Это будет сделано. Так, получается, у нас сверху ничего нет, давай туда. Так, здесь двое. Угу. Так, нам надо где-то... где-то спрятаться. Так, негде, да? Ну, только вот здесь, если что. Давайте тогда. Давайте. Надо бы, конечно, надо бы как-то загреть всех бы. Было бы здорово. Кстати говоря, знаете... А, блин, так, наверное, не получится. Я могу это сделать. Три интеллекта. Три интеллекта, все понятно. Так. Да, нормально, тут не пройдут. Тогда, получается, вот здесь пройдем сейчас. Ой, блин, как хорошо, не загрел. Получил по жопе, блин. Серия. Надо, чтоб медленно не ходил в следующий раз. Так, все. Зараза такая. Блин, я уже примерно понимаю, куда кидать надо этот огонь. Офигеть. Сейчас заденет меня. Мне кажется, я на него костанил. Не, нормально. Пойдет. О, хорошо. Блин, вот этот огненный дождь, это вообще, блин. Офигеть, урона. Просто пипец. Это еще сопротивление магии вон кого-то. Вообще нахрен. Так, наверное, нам нельзя будет, да? Надо ждать, пока закончится, но очень быстро это, блин, обалдеть вообще. Так, ловушка и, в принципе, только один проход, да, у нас направо. Окей. Сейчас тут, наверное, сразу же и подождем. Есть. А ты куда ты? Ты че? Фига они... Из-за льда стали черными, как сгорели, блин. Давай, все, прекращайся. Когда быстро убиваешь, так, блин, даже хочется, чтобы поменьше заклинания доработало, блин. Да че-то пипец. Так. Не появляйтесь, пожалуйста, никто. Спасибо большое. Да в господи, не нужны вы. Просто время тратите. Умрете бы очень быстро. Ладно, я понял. Я все понял. Так, у нас только, получается, инвиста только у этой девахи, да? Сделаю? Ладно, давай, наверное,
Давай, наверное, просто вон и сейчас уйдем опять и все. Нифиг мы тут потратили. Мне это совсем не сложно. Нифиг мы тут потратили. Так, ловушка на роту оставим, потому что у нас инвиз пропадет, если мы ее разоружим. А опыта нам никакого не дают, ничего. Поэтому смысла в ней нет. Жалко только мы ее не видим почему-то, да? То есть мы как ее обнаружили, так и все. Только вот так вот, если. Во. А так хрен. Звучит неплохо. Тихо, тихо, тихо. Сюда так и не видно. Так, ну и чё тут? Кто ещё? Выходи на бой. Чё-то они его охраняют-то. Так, 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 так. Тихо, тихо, тихо. Куда там? Чё там зашебуршался? Слушай, а так он оттуда вылезти, похоже, не может. Конечно. Я иду. Хорошо. Я не возражаю. Так, ну, вроде норм. Звучит неплохо. Вроде они могут пройти. Давай, наверное, наверх. Да, слушайте, он упал туда, похоже. Ой. Блин, ну тут, мне кажется, наваляют мне. Ой, тут наваляют, пипец. Так, я там сохранился? Ни хрена не сохранился. А куда-то местечко найти, где никого не будет. Никого не будет. Вообще никого. Чё? О, блин. Что-то произошло. А. Я понял, вот эта дверь открылась, да, получается? Блин, это тут, наверное, враги-то, да? Чем могу помочь? Так. Мне вот это так. Совсем не сложно. Вот так. Так. Это будет сделано. Я постараюсь. Банок на ускорение у нас нет никаких, да, нету. Хорошо. Если я вот в этого стрельну, то мне мимо вот этих, наверное, не пробраться будет. Но в любом случае я сохранился, поэтому давайте. Слушайте, вроде пробежал. Нужна помощь! Черт! Придурок! Так! Ага! Так, так, так. Надо Хорошо. Тогда вот этих эвейдить, вот верхнего оставим, хрен с ним. Всяко загрится. Нужна помощь. Ну так чего, блин, дебил? Господи, как же жопа горит. Какой же баран, Хорошо. А? Вот неужели не может пробежать? Это просто жесть какая-то. Надо обязательно упереться. Обязательно упереться. Нужна помощь. Так, вроде прорвались. Ой, идите. Ой, вы-то что не встали тут? Я иду. Это будет сделано. Ладно, ладно. Вот так вот. Пожалуйста, не проходите. Спасибо большое. Да. Обалдеть. Да посмотрим, еще последний придет или нет. Да, вроде пришел. Я здесь. Хрена вас тут. Блин, дочи не хватает такого же заклинания. Такая толпа, жесть. Призывать, чтобы вот эти вот первые перекликнулись. Вот так. Фига, они еще и замораживают. Смотри, ничего себе. Прикольно.
Вот чё пердаем. Подожди! Это я, похоже, на своего кастанул, да? А, нет, вот. Да, смотри, реально, а? Работает. Сразу опрокинуло. Так, надолго, да, достаточно. Какие же они крепкие. Хочешь меня? Блин. Они не крепкие, я перепутал Хэлла как будто с моим, с этим задним, который стоит. Блин, я думал, это его хп. Ну нифига, они вообще не заканчиваются. А тут нормально оказывается. Ну так. Сейчас мы еще этого каракатицу эту убьем. Она, похоже, оттуда вылезти не может. Так, замечательно. У кого там левел? Да, ну. Видимо, тем меньше левел добавляется. Или пес его знает. Так, 7-го левела, хорошо. Так, 7-го левела обязательно. Вот это прям вообще очень-очень хорошо. Очень хорошо. Так, с окей. Радостью. Давай вот этого сейчас застреляем. Да-да. Получил? Будешь знать. У этих антимагий я просто, мама, не горю, поэтому вообще просто без как вариантов. Скажешь. По-моему, кислота она нехорошо проходит. Да. Что такое? Причем баф не вешается, чисто. А, не вешается. Нормально. Что у тебя на уме? Ну вот эти шары не сбивать этот каст могут вообще хорошо. Какой же он крепкий, это просто пипец. Фули, конечно, нарезают. Давай, господи, уже. Никому ты не нужен, вот так-то. О, смотри-ка, что-то с него вылез, ничего себе. Ой-ой-ой, а это какой-то, может, особенный? Нифига себе. Кровь Косута. Бог огня Косут нечасто появляется в забытых королевствах в материальном воплощении. В этих редких случаях он приносит с собой разрушение. Однажды, в 801 году летоисчисления долины, его призвало большое собрание верных последователей. Без помощи бога им никак не удавалось одолеть гигантского осьминога, напавшего на прибрежный храм. Косут явился в огромном столбе огня и сразился со сверхъестественным чудовищем. Он победил, но был ранен, и часть божественной сущности Косута попала на осьминога. Божественный огонь пробежал по телу чудовища и собрался в одном из глаз, превратив его в загадочный черный шар, пылающий изнутри. Так, это что вообще такое-то? А, это ожерелье, наверное. Либо как на голову-то, венец, да, венец. Время прощения скачаться на 2, ничего себе, огненный уровень, 7%, возврата 20%, ху-ху, я знаю, кому ее дать. Одно дополнительное заклинание 2 уровня, пошли отсюда. Ни хрена себе. Вот это я понимаю. Так, кстати, а вот тут можно одеть? Отлично. Обалденно. Чем ну пипец. Помочь? Теперь у нас на 20% урона больше. Офигеть. Пожалуйста, не появляйтесь нигде. Спасибо большое. Иди ты в задницу. Я слушаю.
включил. Это серия. Я это сделаю? Так и быть. Охрипите! Блин, конечно, они крепенькие. Вперед! Наверное, он не злой. Ну-ка, сколько урона нанесет? Не подвергаться сразить. А, ну да, чё? Ага. Раз не подвергаться, значит, он не злой, окей. Раз не подвергаться, значит, он не злой. Блин, только время отнимает, вот честное слово. Не знаю, сколько я еще смогу продержать. С радостью. Хрена. Конечно. Без бафов тяжко, конечно, но ничего критичного. Сочтут. Я направлю вас. Иди ты, сочтут за честью, блин. Так, пока давай под ускорением. Го, быстренько. Вроде как здесь, может быть, остался еще кто-то. Блин, там медленно это. Вот этого, наверное, не за... Нет, задел, нормально. Ой, давай быстрей! Ой, давай, 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 давай! Так, видимо, где-то у нас тут сейчас будет уже это... Я готов. Бабище? О, неужели отдохнули? С ума сойти. Мне ладно, давай, наверное, так пройдемся. Смерть летит на быстрых крыльях. Мое укрытие больше не может меня укрыть. Так, мы знаем, что ты сотворила. Так, так, так. От кого ты... Укрытие, от кого ты скрываешься? Почему я укрылась? Подумай, почему все прячутся. Смерть. Вот от чего я прячусь. Моя душа боится за свою жизнь, подобно душам всех живых существ. Так что заставляет меня бежать от смерти, обманывать ее, скрываясь здесь. Зная, что вы придете, я и похоронила себя здесь. Ибо в видениях моя смерть идет в вашей тени. Из-за этого я бежала от моего народа, пытаясь укрыться от ваших глаз. И из-за этого так боялась нашей встречи. Но страх утомляет душу и не приносит ничего, кроме еще большего страха. Убей меня, если хочешь. Или оставь меня здесь, и она убьет меня. В конце концов, и то, и другое — смерть. А она убьет тебя? Кого ты имеешь в виду? Вы же видели эту тварь, что носит тело Вильфдена как плащ. Мудрый выбор этот Вильфден. Хо-хо-хо-хо! Ты говоришь о Джероде? Вильфдин рассказывал, в нем вселился дух Джерода. Ну, давай. Нет. Джерода в этом мире уже и след простыл. Эта тварь совсем другого сорта. Таких тел, какое населяла эта душа, давно уже нет в природе. Что это за существо? Она душа той, что погибла на севере много лет назад. А теперь сама несет в себе гибель севера. Она подчинила тело Вильфдена, а с ним и сердце его народа. Она умна. И движется к цели, как льды, медленно и терпеливо. Победить ее нелегко, ибо она несет с собой смерть, как и вы все. И как нам победить это существо, то, что стало Вильфдином? У всех есть свои слабости. А у меня и у существа, ставшего Вильфденом, слабость общая. Зрение. Ты знаешь, почему я спряталась здесь? Выбрала это место. Лед — это щит крепче железа и стали. Хоть оно и не знает об этом, существо, что называет себя Вильфденом, не сможет приблизиться к нему и остаться тем, чем оно кажется. Ага, то есть, получается, этого надо как-то сюда притащить. Почему? Лед — любопытная вещь. Можно смотреть сквозь него, но видеть себя в нем... В этом его сила. Существо, живущее в Вильфдене, гордая тварь, как и весь ее род.
Неважно, в каком теле она прячется, она не сможет вынести чужого отражения. Она увидит себя в своей истинной форме. То самое зеркало, что позволило вам войти, заставит ее увидеть. И когда она увидит, тело Вильфдена стечет с нее, как вода. Не будет больше Вильфдена. Лишь великий змей из льда и снега. Покажите ей ледяное зеркало. Она вспомнит, ибо она знает его и знает собственную природу. А, ну так, красота. Я думал, сюда его надо тащить. А у нас ведь это-то из льда точно. Мы встретили провидицу в глубине ледника мрака. Она рассказала, что в тело Вильфдина вселилась чудовище с сердцем зимы. Она велела показать Вильфдину зеркало из черного льда, с помощью которого мы попали к ней. И тогда то создание, что владело его телом, выдаст себя. А если бы в самом начале Вильфдина завалить? А прикинь, если можно было вот так офигеть. Так, ну ты видишь, что скрываться за обликом Вильфдина, а что нет? Если ты пойдешь с нами, никого зеркала не нужно. Варвары и так послушают тебя. А, так, ладно, это вторая грубость. В ее тени лежит моя смерть. Я не могу приблизиться к ней. Зеркала достаточно. А мои слова будут слышны только тебе. Ладно, раз не идешь с нами, войдем с зеркалом. Я отсюда. Откуда ты знаешь, что зеркало ее разоблачит? Женщина знает сердце женщины. И воистину странная, прекрасная и жестокая эта вещь. Но самое жестокое — сердце зимы, ибо не любовь, но потеря заставляет его биться, и ничто не может утешить его. Когда разбивается сердце человека, оно может исцелиться и простить. Когда разбивается сердце зимы, оно подобно льду, разбивается на осколки, что уже не собрать. Сердце зимы обречет и ваш, и наш народ на проклятие. Ведь оно помнит лишь, что жизнь была когда-то, но не видит, что она есть и сейчас. Ничего не понимаю. Какое сердце зимы? Это тварь какая-то? Она сердце зимы или у нее сердце зимы? Ничего не понимаю. Так, но почему это создание, которое владело Вильфдином, почему оно хочет погубить 10 городов? Ее сердце когда-то разбил мужчина из 10 городов. И сильно разбил. Ибо из-за него она потеряла свою власть, свою любовь и свою жизнь. Теперь ее сердце бьется лишь местью зимы. Получается, она, значит, была человеком. Я думал, это какая-то потусторонняя тварь из какого-то другого плана. Офигеть. Так, еще раз мы отнесем зеркало, потом... Так, думаю, что можно с ней договориться, не нужно воевать. Женщина страшна в гневе. Многие женщины встречались тебя в странствиях, и многих тебе еще предстоит встретить. Ты познаешь их сердца. В каждом из них есть ярость и любовь, и ненависть, и печаль. Я видела смерть каждой из них в прошлом или же в будущем. Рассказать ли мне об их сердцах? Конечно, я послушаю. Одна женщина сжимает свое сердце, как тонущий сжимает камень, не зная, что именно оно тянет ее на дно. В ее снах горят походные костры, предвещая ей войну и победу, которой не может быть. Другая живет под зеркалом неба. Ее сердце подобно океану, слишком велико, чтобы подчинить его своей воле. Когда-то она познала любовь, затем вновь полюбила, и ее любовь стала проклятием севера. Еще одна женщина строит огромные корабли на морях лавы, проводя время в мечтах о том, чтобы превратить чистых животных в извращенных тварей, как она превратилась когда-то. Я вижу, как она умирает, а ее грезы становятся пеплом. И последнее. О, последнее. Старшие расы. Их страсти горят так ярко, когда их питают справедливость и надежда. Это почти дитя. Хранило в сердце своем столько любви, что, покинув отца, отправилась умирать под землей ради народа, который она никогда не видела.
Все это сбудется или уже сбылось. Они встретятся тебе или встречались, это не важно. Будущее или прошлое не имеет значения для времени. Ну ты тут, похоже, этот самое, что-то тут закинулось, да, употребила какой-то там крепкий чай какой-то, выпила, что-то у тебя-то совсем. Откуда ты обо всем этом узнал? У тебя были видения? Я вижу, как будто смотрю сквозь глаза сотен людей, дитя, эти образы. Будто моя жизнь разделилась на множество ветвей великого дерева, и я могу смотреть глазами каждой ветви в иные места, иные времена. Я видела прошлое, видела смерть, и спиральные города, и лабиринт черных шипов, и созданий, состоящих из духа и камня. Я смотрела на них не своими глазами, но всегда глазами женщины. Короче, валим отсюда нахрен. Мы достаточно узнали, мы отнесем зеркало Вильфдину и узнаем, правду ли ты нам сказала. Если вы хотите покинуть это место, я могу ускорить ваш путь. Но только до входа в мрачные льды, не дальше. Вы согласны? Подожди, давай сначала Тиреньона увидим еще. Сначала я хочу повидать Тиернона еще раз. Можешь перенести меня к нему? Вот ты зараза. Ладно, я думал, там у нее еще что-то. С радостью. Есть. Так, Тиернон. Наверное, у тебя в голове был лыжник. Давай поговорим с тобой. Я с теткой стабил. Я слышу, как ты топаешь кругом, будто великан по ледышкам. Чего ты хочешь на этот раз? Блин, пипец. Ну ладно. Я думал, мы сейчас с ним поговорим. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая жаль. Какая жаль. Так, что-нибудь мы можем тут такого крутого прикупить? Хрен лысого. Можем прикупить только. Противодействие. Ну так, ну это ладно. Это все. Ладно. В общем. Я не возражаю. Теперь бежать. Слушай, нам, наверное, в ту сторону тоже не резон бежать, да? Получается, нам просто напилить. Так, давай тогда ускоряемся. И погнали. Блин, надо было... А, подожди. Может загрузиться? А, загрузились, да? Так, а у нас предыдущая загрузка где была? Блин, там сейчас все это слушать, наверное, быстрее будет добраться. Я могу. Быстрее, наверное, будет добраться. Так, давай сейчас ускоримся. Так, это давай. Это будет сделано. Поперли сюда пока. Так, и вот сюда. По идее, у нас тут никого нет. У нас вот эта локация и предыдущая еще, и все. Ладно, давайте тогда ускоряемся. Давненько ускорения не было. Вот, чтобы... О, нифига тут-то ломит. Вот, и тогда уже в городе, в самом там еще Варвольф у нас. В самом тогда я там и продолжу. О, ничего себе. Кого тут нашли? Вот это да. Вперед! Ага, звучит неплохо. Так и быть. Что? Как жаль, что нам приходится прибегать к Васи. Крепитесь! Вот и бедолагу тут нашли, пипец. Одинокого волка. Сейчас должна прокнуть. Вот так-то. Мне это совсем не сложно. Офигеть, тут еще недобитки оказались. С ума сойти. Вот уж не ждал. Так, у нас, в принципе, еще в городе есть задание по Варвольфу, я так понимаю. То есть нам надо к этому, к Седрику зайти, или как там его, Эрик? Потому что тогда у нас он не был... Так, подожди, не покрывай, он Ливуд. Потому что в тот раз мы зашли, и он не был у себя дома, да? То есть ночью. Наверное, вот я думаю, что это показатель, черт возьми. Давай-ка, наверное, поговорим сейчас с ним. Блин. Это усталость, конечно, пипец. Так, я не помню... Он... Да, вот здесь вот. Вервольф, черт его, побрал.
Нам надо отдохнуть. Да подожди ты. Умираю, так хочу сбросить с себя одежду. Так, вот он, Эмерик Сокол. С радостью. Рад снова видеть вас. Известно что-нибудь о нашем волке-убийце? Конечно, мы победили существо, которое бродило ночью по лесам. Мы думаем, что это был оборотень. И что именно он повинен в убийствах. Так, мы спросили Кирана за чарованное меще, которым интересно, хоть и кажется, считается, что горожан убивает волк-оборотень. Так, давай так. Оборотень! А как это? Я не сомневаюсь, что в этих убийствах повинен тот же волк, что напал на меня, а не какой-то проклятый человек-зверь. Откуда ты знаешь, что волк, напавший на тебя, не был оборотнем? Что ж, такое возможно. Говорят, эти существа способны принимать человеческий и звериный облик. Но он меня ранил. Если это действительно был оборотень, он бы заразил меня, ведь так? О-хо-хо, точняк. Возможно, это и произошло. Скажи, ты помнишь, как провел последние несколько ночей? О, боги, кошмары! После нападения я каждую ночь вижу одни и те же кошмары. Мне казалось, это лишь сны, которыми отец леса напоминает мне о своей немилости. Вот она вся и раскрытая история-то, офигеть. По утрам я просыпаюсь... 840. Весь в поту, кровавые жестокие картины стоят перед мысленным взором. О, милосердные силы, это правда, что я натворил, чем я стал? Вы узнали, что Эмерик оборотень. Отлично. Чудовищное убийство, вот чем ты стал, пора тебе заплатить за свои злодеяния. Да, так, успокойся, ведь наверняка есть способ помочь тебе. Помочь мне? Я оборотень, я убийца, я не заслуживаю твоей помощи. Прошу, оставь меня, я хочу быть один. Вы обнаружили, что в убийствах в Ланливуде повинен Эмерик. Оказывается, волк, что напал на него в лесу, был оборотнем и заразил следопыта, укусив его. Эмерик даже не подозревал о том, что стал носителем проклятия, пока мы ему не сообщили. Мы бы обещали поискать способ, чтобы вылечить его. Ладно, но мы вернемся, если найдем способ избавиться от проклятия. У нас... Начинаю всерьез уставать. Кто-то там... Ага. У нас на... О, слушай, у нас шаман есть. Блин, вот... Болван, вот надо было раньше бы с этим совсем разобраться, может быть, и поговорили бы с шаманом, да? Эх, черт побери. Ладно, так, ну, в принципе, нам уже ничего, все продано, все куплено. Так, а давай с этим поговорим. Мы должны остановиться. Может, что-нибудь подскажем? Во, кстати, а давай с этим поговорим. Мне надо отдохнуть. Он там, типа, этот, храм какой-то, да? Может, что-нибудь подскажет? Здорово! Я не хочу прерывать тебя. Но, может, так, быть, стоит что, блин, пипец, странно, та-та-та, может предоставить лечение. Лечение от этого, от, как его, оборотнизма, я не знаю, как назвать. Короче, блин, ни хрена мы тут, ладно. Блин, я думал, он что-нибудь подскажет, пойдем к этому, зайдем к трактирщику. Так как мы там с ним замутили. А потом надо будет еще обязательно вот с этим поговорить. С братом, с последним, Дугласом, или как там его. Может быть, он нам подскажет что-то. Но я думаю, что он просто побежит нападать, блин, вот 100%. Ну вот с этим интересно поговорить. Что он расскажет. Так, товары. Переночевать. Давай, наверное, переночуем тогда. Так. Ну, он ничего нам не помог. Давай с тобой. Мы нашли... А, во! Вот, розы как раз отдаем. Так, ну что, бесстрашные герои вернулись. Я надеюсь, у вас все удачно. Что бы то, так? Мы нашли эту розу на леднике. Что? Как? Не может быть! Это шутка? Может быть, иллюзия? Это не шутка, это настоящая, и она твоя. Что это? Правда? После стольких лет, наконец, я нашел ледяную розу. Теперь я смогу вернуться в окне и жениться на моей возлюбленной принцессе. Благодарю вас, друзья. Я ваш вечный должник. Нифига себе, миллион дали. С ума сойти. Не за что, мердок. До встречи. Обалдеть. Обалдеть. Так, шестого уровня. Замечательно. И что там прокачать? Давай цепь Моргенштерна. Так, шестого уровня, да? На шестого... Давай, наверное... Я хрен возьму. Давай. Килл. Так, окей. Еще один квест выполнили, замечательно. Но, я тебе говорю, их когда-нибудь убьют, бедный Дугал. Братцы всегда... Так, ладно. Это мы все узнаем. Больше тут... А, не, подожди. Вот еще. Может, он что-нибудь расскажет. Так, кто ты? Я Калиол Руальд. Приятно познакомиться. Так, да, мы говорили, что собрались варвары. Во, там были в лагере, разговаривали с их вождем. Надо же, и что он сказал? Он ненавидит 10 городов собираться на них войной. Слушай, я, говорит, не могу рассказать. Да давай расскажем.
Ну да, так и думал. А ты гори добра не жди. Ты говорил о сражении, пожалуйста, так, понятно, ладно. А, так, что у нас на втором этаже? Блин, а с кем мне поговорить? Здесь только шаман. Если что только там? Реально с шаманом, да? Я могу это сделать. Может, он подскажет? О, Вервольф. О, пойдем к этому, к Эмерику зайдем. Блин, на его вообще запереть бы, по идее. Вот сейчас, он сейчас опять может напасть. Вот 100%, прикинь, сейчас опять там этот оборотень будет. Вот это будет прикол. О, нет. Конечно. Мне это совсем не сложно. Так, еще один у меня есть один вариант. Это как раз-таки на погребальный остров сгонять к этому, к магу, да? Может быть, он там что-то, бутылочку какую-то припасет. Блин, кстати говоря, наверное, очень похож. Давай вот на старом добром месте посмотрим. Вот тут. Вот тут. Еще с Дугласом пойдем поговорим. И тогда на погребальный остров сгоняем. Мне кажется, маг там этот все-таки нам... О, кстати! А может, даже можно поговорить с этими, с духами, которые там есть. Там, может, будет вариант, типа, вылечиться. Мы же с ними не дрались, да? Хорошо-то как. Блин, давай к Дугласу идем, блин, я чуть не... Еще один пропустил. Так, 0 и... па-па-па-па-па. Чем там прокачивали? Длинный лук, сюда. Звучит неплохо. Это будет сделано. Ну, по крайней мере, оборотня я чуть не вижу, поэтому... Пойдем с Дугласом поговорим. Так, кто-нибудь его видит? Блин, ничего-то его нету. Это будет сделано. Это будет сделано. Может, его уже того, блин. Может быть, его уже того. Ладно, давай, молодой Нед, погнали. Ла-ла-ла, блин. Так, на погребальный остров, да, поехали. С удовольствием. Так. Надеюсь, тут никто не резается, блин. Сейчас к магу зайдем. Может быть, он реально знает этот. Как вылечить этого вервольфа-то нашего. Блин, было бы здорово. Либо уже к шаману надо идти на этот, на... к варварам туда. Сюда. Здорово, бивень. Так, о прошлом ты не скажешь, волшебный бивень, что у тебя есть? Блин, тоже ничего нету, да? Покупатели? Так, покажу, что у тебя есть. Окей. Так, ну, тут понятно все, мы все это покупали. Да, призвать, призвать. Ладно, блин, очень хреново. Зараза ты такая. Я думал, ты нам поможешь, давай, да. Ускоримся. Очень на это надеялся. Давайте, наверное, я попробуем подойти все-таки к этим шаманам. Может быть, они реально помогут нам. Теперь у нас, может быть, там откроется этот диалог какой-то. Здорово, Би. Скальдар. Что привело тебя вновь? Я приказал тебе уйти. Вы все чужестранцы так необщительны, как ты? Так, нет, только я. Извините, я укажу. Ладно, окей, я понял. Не это будем будет... лишний раз триггерить. Просто обратно тогда. Да, видимо, единственный вариант это какой-то... Ой, слушай, а если к прорицательнице к этой бегануть? Блин, пипец. Короче, потом я тогда... так, назад Лон Ливуд. Наверное, я потом вне с этого записи... Ой, маленькая смерть. А, это... С радостью. Вне записи сгоняю к ней быстро, чтобы время не тратить. Вот, а тут обрезать надо будет. Вдруг она вообще не при делах, поэтому такое себе. Так, поперли тогда, получается, к варвару. Этот шаман-то нам сказал, что он там где-то будет рядом ошиваться. Поэтому я думаю, что... он нам может помочь. Так, сохраняемся. А что не могу выйти? Так, ледник, лагерь варваров. И усталость, отлично. Здесь нельзя отдыхать, не ну как прелестно. Не могу идти и драться бесконечно. Блин, а как нам, как-то пройти? Не хочу прерывать тебя, но может быть нам стоит отдохнуть? Ну, давай поговорим с тобой.
Зачем ты явился сюда через странницу? Я не могу идти, дать тебе уйти. Уходи, я хочу встретиться с Фельвдином. По какому праву? Вы не нашей крови. После испытания ты убедился, что Темпас так предназначил мне послужить великой цели. Настало время свершить его воле. Да, может быть, пришло время. Да, не оставит вас милость Темпас. Идемте, я отведу вас к Фельвдину. О, отлично. Блин, правда, мы устали? Ну, ладно. Почему вы здесь, чужеземцы? В этот раз я не вижу шамана, за чьей спиной вы могли бы спрятаться. Правительство из Длинных Пещер отправило меня к тебе. Ясно. Одного шамана, который прикрывал вас, вы потеряли. И теперь нашли другого. Так все-таки, зачем она послала тебя ко мне? Чтобы передать тебе этот дар, Вельвдин, ледяное зеркало. Подарить мне зеркало? Вы рассмешили меня, чужеземцы. Ни я, ни мои люди не пользуются такими вещами. Это игрушка вашего народа. Услада для тщеславия дураков и женщин. С чего она взялась дарить мне такую штуку? Нет, скорее это какой-то очередной чужеземный фокус, предназначенный, чтобы убить меня. Надеешься преуспеть там, где твоего предшественника постигла неудача? Ты говоришь, что я прячусь за спиной шамана, но сам ты прячешься за словами. Чего ты боишься? Я Вельвден, благословенный и направляемый духом Джерода. Я ничего не боюсь, чужеземцы. Так ты говоришь, что тебя пугает простое зеркало? Вот, я смотрю в него без страха, видишь? И что же ты видишь? Что за истина открылась тебе? Я вижу мужчину, который принимает себя таким, какой есть, со всеми хорошими и совсем по-хорошим плохим. Мужчина, который не боится увидеть свое истинное отражение. Интересно, что увидел бы могучий Вельвден? Действительно интересно. Вельвден увидит правду в собственном отражении, чужеземцы. Он увидит короля, восставшего из мертвых, образование великой нации и триумф его народа, который сотрет 10 городов с лица Фейруна. Давай свое зеркало. Узри короля среди людей. Смотри глубже, Вельвдин, докажи, что ты говоришь правду. Ваше зеркало ничего из себя не представляет, как я и ожидал. Простая игрушка. Нет. Нет. Не может быть! Что я наделала? Это мерзкое тело оскверняет величие моей сущности. Довольно. Убери свое зеркало. Величие твоего существа что? Ах, как мучительно это видеть, не так ли, дух? Мне хорошо знакома такая боль. И самое мучительное — видеть тебя в истинном обличии. Посмотри в зеркало. Создание, что стало Вельвденом. Узри истину. Узри себя. Что ты знаешь о боли, Карга? Я держала север в моих когтях. Расправив крылья, я затеняла весь мир. Я была богиней. Один мужчина. Он забрал все это у меня. Мою жизнь, мою любовь. Все. Чем я была? Айхонен, проклинаю тебя и весь твой род! Я еще увижу день, когда истреблю всех людей! И начну я с тебя, старая карга! Стой, Вельвден! Все кончено. Ты че? Так, давай, без разницы тут, да? Не двигайся, правительство, твоя рана глубока, но мы попытаемся спасти тебя. Это рана от руки времени.
Исцелить ее нельзя. Смерть уже стоит надо мной. Да ты чё, у меня там заклинание на исцеление, даже на воскрешение есть. Ты не волнуйся, все будет хорошо. Правица, приди сюда, это храбрый поступок. Мне показалось, что тобой владеет страх перед смертью, и ты не поможешь нам в битве с Вильфденом. Я поняла, что страх смерти нелегко преодолеть. Но я не позволю надеждам моего и твоего народа погибнуть из-за страхов старой женщины. Смерть приходит ко всем, и я могу ее видеть. И теперь готова принять ее. С улыбкой. Прощай, провидица. Походу... Похоже, да. Похоже, сейчас тут начнется. Кстати, эти что-то добрые. А что у них? Ну-ка. Воин племени лося, а это... А, воин племени змея. А так они не все злые, это ничего себе. Что? Так. Так и быть. Очень надеюсь, что я сейчас не... Да, надеюсь, придурок. Так, ладно, давай драться тогда. Да? Блин, тут надо убегать этими. Ясно? Как ты жил? Это... Так, кого-то там уже... Блин. Короче, они все против нас стали, да? А племя медведя, лося тоже против нас, да? А, или лосей всех завалили? Не, походу лосей всех завалили. Давайте загрузимся, забафаемся. Вот, и я думаю, что... Блин, так, нам надо бы сначала вон Ливуд свалить. Блин, или я не в Лонливуд, вот сюда, вот лагерь. Блин, да что ты? С радостью. Вот так вот. Так, сейчас забафаемся. Я могу. И тогда там всем наваляем. И, кстати говоря, наверное, можно прям этот самый исчезнуть, да? Чтобы нормально все было. Да? А чё, давайте? Да так и сделаем. Сейчас мы-то это все быстренько промотаем. Так, давай, полный забаф тогда. Там я очень надеюсь, что время не идет. Первую, вторую и третью. Так, а давай вот так тогда. Так, давай третью. Давай. Так, что у нас тут еще есть? Вот эту штуку. Чем могу помочь? Сейчас мы тут забафаемся, мама, не горюй. Все, погнали. Конечно. Ну все, всем хана. Так, мы по идее в инвизе. Давай это поговорим. Будет сделано. Хочу встретиться, настало время испытания, отлично. Почему вы здесь? Так, провидца, так, я так. Передать тебе этот дар. Это... Нет, скорее. Так, что-то-то, та-та-та, там все знаю, я вижу мужчину, тра-та-та. Что я так, наделала? Что, так, так. Это мерзкое тело. Оскверняет ведь. Ах, как и начну я. Такое ощущение, как будто дракон, да, какой-то вылетел. Все кончено. Это рано. Я понял. Но я не позволю надеждам моего и твоего так, народа окей. Погибнуть все. Из-за страхов старой женщины. Ага, медведь все-таки. Смерть. Блин, ты будешь говорить тут сейчас. И я могу ее видеть. И теперь. Как я еще могу готова принять ее. Да. Так, давай, погнали. Вот так вот. Вот так вот. Так, теперь нам надо напризывать всякого говна.
Так, интересно, вот это инвиз снимет или нет? Блин, очень интересно. Давай, наверное, сначала... Давай, наверное, сначала призовем всех. Так как из инвиза мы не выходим. Так, давай-ка еще что-нибудь типа... Типа вот этого. Нормально. Что? Так, нам теперь надо всеми уйти. С удовольствием. Звучит неплохо. Отлично. Так, и на себя теперь. И все, теперь нас вообще не убить. Так, все, врубаем. А тот воин племени медведя нормально смотрит. Все, хорош. Отлично, просто обалденно. Ну все, я всем хана, смотрите, мы забафались, обалдеть. Кстати, медведи-то, смотрите, добрые. Не дерутся с нами. Я забыл включить, блин. А они не дерутся, у меня только призванные дерутся, блин, пипец. Только что-то они дерутся с моими этими вызванными медведи-то. Пипец. Нормально, смотрите, прям сандалим, прям мам не горюй. Обалденно, вообще в хлам. Хорош. Так, всех завалили. Так, девчуля, иди собирай урожай. Плащ девственниц. На первый взгляд кажется, что эта накидка явно изрядно потрепана. На самом деле она не тронута. Но если присмотреться, становится ясно, что выбившиеся нитки — это человеческие волосы, из которых она соткана. В свете факелов накидка переливается... Пряди волос едва заметно шевелятся, и кажется, будто легкий ветерок колышет накидку. На изготовление этой накидки пошли волосы девственниц, которые отправляли на погребальный остров вместе с мертвыми героями варваров. Чтобы успокоить этих девушек и унять их боль, правительство у каждой из них она отрезала прядь волос и сплела эту накидку, которая оберегала девственниц от духов страха и вселяла в них мужество. Накидка отягощена чувством вины и плохо защищена от холодов севера. Волосы опутывают тело, надевшую его накидку, сплетая словно нити на ткацком станке. Она отпустит хозяина только под действием снять проклятие. Отлично. Так, класс защиты плюс 4. Ничего себе. Ничего себе. Плюс 2 против рубящего. Дает иммунитет к воздействию магического страха. Может снять только... Блин, ну это ерунда. Заряды. Покров страха один раз в день. Ерунда. Не могут использовать... Ну, слушайте, так неплохая класс защиты. Пипец. Кто может ее одеть? Ну чё? Ой-ой-ой, чё-то всё. Я её взял в руки, и всё зависло, офигеть. Так, ну мы её можем одеть, получается. А ты можешь её одеть? Чё у тебя? Чисто спас броски, да? Ну, я думаю, что можно одеть неплохо её. Да, понятно, понятно. Она... Ну-ка... Ох, как она лагает. Блин, непонятно на самом деле. Ладно, ну там против рубящего, поэтому это прям вообще идеально. Так, это все... О, боже. О, боже, ничего себе, как... Как она тормозит, офигеть. Вот такой, гляньте на это. О, пипец. Ну так чего? Блин, мне в жопу горит. Какой ужас. А если ты? Мне это совсем не сложно.
Охренеть. Какой кошмар, а? Этот в муравьином шлеме болван. Блин, а почему так лагает? Вообще не понимаю. Смотрите, он каждый раз просчитывает, видимо, что-то. Слишком много уже просчетов всяких. Офигеть, вы только гляньте, это все тормозит. Жесть. Даже музыка и то перестала играть. Обалдеть. Вот, эти вот ничего не просчитывают и нормально. Что там? Офигеть. Так и быть. Так. Медведи все эти померли. Надеюсь, они на... Они... Да, они вроде не атакуют нас. Все, музыка резко пропала. Ну когда забафаешься, так то ли дело, да? Красота какая. Так, мне это совсем не сложно. Воин племени медведя. Крепкий человек. Я ящер, ничего своровать нельзя. А где выход у вас? Это во сне будет... поговорим. Здравствуйте, вы от... что вы от меня хотите? Ты не видел, куда улетел дух дракона? Надеюсь, что возвратился преисподнюю, которая его породила. Ничего больше сказать не могу. Окей. А, мне нужно лечение, нормас. Тогда найди шамана и попроси. Понятно. Ничем нам тут не помогут? Окей, так, ну, выход, сюда, наверное, везде тут, да? Я думаю, что сейчас будет тут опять какая-то драка, поэтому... Ой, да. Крепитесь! Так и есть, ну ладно. Пока под бафом еще... Еще норм. Под бафом еще нормально. Два не помогают эти ведь засели. О боже! Вот это я поспешил набрать этим, блин, болваном. Блин, вообще вот это раздражает, конечно, кошмар. Так, ну, так, давай вот этим еще возьмем. Похоже, получается, тут заруба будет не детская еще. Но, а, ребячки, мы ее тогда я оставим. Слушай, они, наверное, да, они там драться пошли. Давайте, наверное, это оставим, все. На следующую серию, вот эти разборки все в Бронксе. Чувствую, у нас тут заруба прям, мама не говорю, будет. Кстати, все, все это открыто. Возможно, тут будет последний дракон какой-то, черт его знает. Но посмотрим уже в следующей серии. Спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребячки. Увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья. Всем хорошего и всем пока.